Нет налички, нет кошелька. Швеция, скандинавская страна, медленно превращается в безналичный платежный рай. Согласно статистике Visa, люди в Швеции используют способы безналичной оплаты в 3 раза больше, чем другие европейские страны. А согласно статистике шведского Рейксбанка, 900 из 1600 банков больше не хранят наличные деньги, именно поэтому количество банкоматов в стране уменьшается. Многие граждане Швеции говорят, что им больше не нужна наличка, так как становится все больше магазинов, которые принимают только безналичную оплату. Для платежей помимо кредитных карт люди также используют криптовалюты.